А вот хочется спеть, знаешь, как ужасно. Про лейтенанта особенно. Есть такие, знаете, вот ключевые моменты в моем творчестве, которые удалось выразить только сейчас, по прошествии 32 года я прослужил. Ах, какой лейтенант замечательный, он мохнатый, пушистый, розовый, он в ботинках начищенных тщательно, и скрипит, словно стебель березовый, излучая служебное рвение, подчинение символизирует, и начальников общее мнение его бешеный розы прогнозирует. Дальше хорошо. А все равно он будет! Пусть вам не рвется мнение грудь, а все равно он будет. Когда-нибудь и кем-нибудь, пусть хай сияет через мимами, но это с ним произойдет, но все равно он будет. Как раз последний самый кот. Вот полковник мужчина значительный, он любых может выиграть в спорах, смел, опытен он исключительный, красив, словно крейсер «Аврора», обаятельный он удивительный, познал все как крутые пути, смел, опытен он исключительно, и сплоченный за ним коллектив. А все равно он будет! Пусть вам вернется мнение грудь, ну и так далее, да. Коммунист или там демократия, бублик розовый с хреном или с маком, за любые военные братья, что ли, конец твой всегда одинаков. Ганнибал и Кутузов были, пишите лицуху, типа, все равно, но тебя обязательно не спорти, товарищ, и все равно ты будешь! Пусть вам вернется мнение грудь. Ну, прекрасная песня была, удивительно, великолепно.